Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я покажу вам свой, ну, если не любимый, то самый, наверное, простой рецепт. Самый простой десерт, который я делаю. Он не сладкий, хотя, в принципе, зависит от количества сахара, который вы туда положите. Простой, проще некуда. Давайте посмотрим. Нам нужен лаваш, пачка творога, 2 яблока и сахар. В общем-то, это все, что нам нужно. Очищаем от кожицы и натираем на крупной терке. Добавляем творог к яблокам и сахар по вкусу. И перемешиваем яблоки с творогом и с сахаром. Если яблоки сладкие, сахара можно добавить меньше. Такие, как сейчас, мне кажется, можно больше. Раскладываем лаваш. И раньше я не покупала лаваш этого производителя, он оказался очень большим, но ничего. Можно добавить чуть-чуть масла. У меня, к сожалению, мало. Не каждый раз я его, надо сказать, и добавляю. В общем, чаще забываю. Ну, это такая опция. Не обязательная. Не знаю, честно говоря, дает нам что-то, либо нет. Я не очень чувствовала разницу во вкусе. И добавляем нашу смесь, раскладывая ее равномерно. Ну, насколько это возможно. Скатываем в рулет. Надо смазать его чем-то сверху. Это может быть и сметана, и желтки, белки. В общем, кто во что горазд. Я еще люблю посыпать тертым сыром, потому что он дает такую и корочку приятную, и слоноватый привкус. Я люблю, когда сочетается сладкое с соленым. Ну, сегодня, если бы мне не было сыра, я бы помазала бы сметаной, ну, чтобы он не сильно подсох и дал корочку. Сейчас я сделаю с сыром. Посыпали сыром, положили на противень, отправили в горячую духовку. Как только все это дело зарумянится, рулет готов. Приятного аппетита!